Девочки, всех потихонечку жду. Еще чуть-чуть подождем. Сегодня у нас с вами очень такая тонкая техника, как обычно. Мы с вами уже можем подойти к мышцам лица. То есть мы с вами поработали с диафрагмами, их стабилизировали, убрали дисфункции и перенапряжение, убрали дисфункции в костях черепа, поработали со статикой шеи. Мы сделали с вами расслабляющий массаж, работали зажим в лице, и теперь мы с вами будем делать гимнастику. Гимнастика тонкая, пожалуйста, опять же, мы работаем с вами с внутренним вниманием. Я думала дать вам обычный фейс-фитнес или дать по технике пир. Я решила вас не жалеть и дать по технике пир. Девочки, прошу, если сложно, ничего страшного, потихоньку настраиваемся. Я понимаю, что иногда, когда какие-то сложные вещи, хочется все бросить и сказать: «Господи, уберите от меня это». Ну, давайте попробуем проникнуться. Эта гимнастика, которую я вам сегодня дам, она намного эффективнее. А начнем мы с глаз. Будем доставать с вами глаза изнутри. Мы сейчас поработаем с глазодвигательными мышцами по технике постизометрической релаксации. Глазодвигательные мышцы, они окружают глаз и втягивают глаз внутрь. Они также входят в дисфункцию. Проработав глазодвигательные мышцы, мы, во-первых, глаза как бы выйдут изнутри к наружу, и мы с вами, глазки откроются, и уходят также морщины, и глаза начинают выглядеть совсем по-другому. Сейчас мы будем с вами прям в глаза вот так засовывать пальчики. Делайте это очень-очень деликатно. Мы с вами работаем с самим глазным яблоком, деликатно засовываем пальчики под него, не жесткими пальцами. Опять мы работаем мягко, с женской энергетикой, проникая внутрь. Смотрите, как мы это делаем. У нас с вами, мы сейчас поработаем с вот этой линией глазодвигательных мышц, задней, вернее, с передней линией глазодвигательных мышц. Они также фасциально связаны со всей задней фасцией, с передней и боковыми. То есть сюда, когда глазки, да, сдвигаются внутрь и внутрь, да, вот если вот так сведем. Но так мы не будем делать, мы с вами чуть по-другому поработаем. И в эти стороны, к ушам. Так, смотрите, сначала мы проработаем с вами, получается, заднюю фасцию. Это к нам проработает и всю фасцию, и перенапряжение здесь уберет, и также напряжение в глазодвигательных мышц наверху, и уйдут и застои, и, собственно, с веком тоже поработаем. Смотрите, мы закрываем глаза и смотрим вниз сейчас. Вот сейчас с закрытыми глазами смотрим вот таким образом вниз, да? На грудь себе, да, куда-то там. А ручки ставим с закрытыми глазами вот сюда, мягко-мягко проникая внутрь за глазное яблоко. При этом, прошу вас, отслеживайте своим вниманием, насколько глубоко у вас туда пальчики проходят. Вот. Проходите, проходите, проходите. И вот вы прошли туда внутрь, не форсируйте, мы ничего не давим, мы просто мягко-мягко проникли за глазное яблоко сверху. И начинаем поднимать глазное яблоко наверх. Я вам сейчас постараюсь показать с открытыми глазами, но делаем это с закрытыми. Так, и да, смотрим наверх, стараемся заглянуть себе за пальчики. Но пальчики, естественно, нам не дают это сделать. И вот это место перенапрягается. И мы вот в таком напряжении удерживаем, ну, допустим, 10 секунд достаточно. Да? Так, завели. Да, смотрим вниз, теперь смотрим наверх. Себе, да, загляни себе в мозг, называется. Смотрим и 10 секунд прям держим, держим, держим это напряжение. Да, 10 секунд, 10 секунд назад, назад, назад. Можно подольше, столько, сколько можете. И отпустили. Да, вы почувствовали здесь напряжение, возможно, некая расфокусировка, даже зрение, но это очень-очень полезно. Вообще-то упражнение полезно для самих мышц глаз, вот для тех, кто с возрастом начинает терять уже возрастные потери зрения, да, ну и опять же мы глазки достаем, достаем изнутри. А следующее движение мы делаем точно так же. Вы можете держать
5-10 секунд. Если получается дольше держать, удерживать напряжение, держите столько, сколько получается удерживать это напряжение. Держите дольше. А теперь мы с вами смотрим наверх. Глазки, да, вот как бы, да, ну вы с закрытыми делаете, просто хочу вам показать. Вот прям за глазное яблоко завели. И опять же, обязательно отслеживайте свои реакции. Например, вот у меня вот этот глаз больше зажат. Я прям чувствую, вот я завожу, здесь хуже проникает внутрь, а здесь хорошо, здесь все мягко. И здесь у меня тоже наверху. Вот это вы обязательно отслеживайте, постепенно все придет к равновесию. Смотрим наверх, да, глазки погружаем вниз. Закрытыми глазками начинаем теперь мы смотреть вниз. А руки у нас, получается, ручки создают сопротивление и удерживают глазное яблоко. Угу. Смотрим наверх, только с закрытыми глазами это делаете. И теперь вниз. И держим, держим, держим напряжение столько, сколько можем, столько, сколько можем. Держим, 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 держим. То есть не можем опуститься. И прям, ой, как я люблю это упражнение. После него прям такое расслабление чувствуется. Прям хочется подольше. Вниз я почему-то могу подольше держать, но это говорит о том, что у меня дисфункции меньше в эту сторону. О, и отпустили. Да, расслабились, поморгали. Теперь делаем такую рогаточку. То, смотрите. Смотрим сейчас в одну сторону. Делаем рогаточку таким образом. Закрываем глазки и придерживаем глазное яблоко, получается, с двух сторон. И смотрим в противоположную сторону. То есть, когда мы, вот смотрите, так, так, придержали глазное яблоко и начинаем глазки заводить. Наверное, как-то там страшно это все смотрится с открытыми глазами. И начинаем смотреть в противоположную. То есть, удерживая эти глазодвигательные мышцы, мы смотрим в другую сторону. Угу. Смотрите, так, закрыли, смотрим в одну сторону, придержали глазное яблоко и начинаем через сопротивление пальчиков пытаться заглянуть в противоположную сторону, удерживая напряжение столько, сколько можем. Вдох, выдох, расслабились, вдох. Выдох, расслабил и открыли глазки. И теперь то же самое в другую сторону. О, прям все помутилось. Это хорошо, это только полезно для ваших глаз. Теперь смотрим в одну сторону. Глазки поставили сюда. В одну сторону. Закрыли глазки. Удерживаем глазное яблоко. И теперь в другую сторону. Да, столько, сколько можете. Глазное яблочко удерживаем, удерживаем аккуратненько. Вдох, выдох, расслабились, вдох. И прям посылаете сюда расслабление. Ну ладно, так уж и быть, давайте на глазные, на глазки сделаем на нижнее веко, обычный фейс-фитнес, хоть отдохнете, потому что впереди у нас опять на сосредоточение упражнения. Или дать вам полегче, помиксовать, не нагружать. Ладно, смотрим наверх и вдаль. Подбородок параллельно полу и начинаем подтягивать нижние веки. Наверх, вдаль смотрим, да, работаем только нижними пучками глаз. Здесь придержали мягко-мягко. Вот сейчас мы ни на что не будем давить. Мы поставим галочку поверхностно поверх кожи для того, чтобы кожа не сминалась. Делаем так, давайте 40 раз. Вообще упражнение делается до 2 минут. Нижнее веко подтягиваем. Если у вас верхнее веко продолжает работать, ничего страшного, оно постепенно у вас выключится. Главное, не болтыхайте глазами туда-сюда, просто смотрите наверх, и у вас постепенно верхнее веко перестанет работать. И работает только нижнее. Нижним веком вообще очень важно работать. Это убирает отечность под глазками. Все, и расслабились. И упражнение тоже пустозометрическое на очки, мои любимые очки. Расправляем, расправляем. Здесь глазки вот так под бровки и чуть приподняли. Здесь морщится, ничего страшного. За один раз с вами ничего не случится.
Да, ну можете прям не сильно прям морщить, да, прям по бровке. Можете как-то. И зафиксировали, и начинаем глазки сжимать через сопротивление. И сжали, держим, держим, держим в напряжении глазик. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Открыли. Опять. Так, да, положили аккуратненько, аккуратненько кладите. Да, здесь, ну, вообще здесь желательно как преднатянуть. Если вы боитесь преднатягивать, ну, вообще вы всегда делаете то упражнение, которому вы доверяете, которое вам откликается. Да, очень многие боятся что-то преднатягивать, поэтому вы можете сделать просто его более слабо. Да, вот таким образом. Да, только главное изолируйте. Придавили. Вот так. И глаз сшиваем и держим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под бровки лучше, конечно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фу, расслабили. Повибрировали. Все, девочки, сосредотачиваемся. Нам надо с вами расслабить вот эту зону, чтобы убрать носогубку. То есть здесь мышцы, которые вокруг, ну, окружают нос, они входят в гипертонус, и из-за этого здесь у нас и отечность, и носогубки. Сейчас мы ее будем убирать. Вот эти мышцы очень сложно расслабить, на самом деле, обычными движениями, а даже обычным массажем вы ее расслабляете, она потом опять входит в гипертонус. Мы сейчас попробуем их поробить с помощью постизометрической релаксации. Берем чистые ручки, завели сюда под ноздри, захватили таким образом и натянули ткань. Повибрировали. Вниз немножечко оттягивайте. Угу. Так. Да, прям вот так. Так морщинки не собирайте. Здесь и так вот натянули. И начинаем, естественно, у нас постизометрическая релаксация. То есть сначала мы изолировали, растянули и начинаем, естественно, напрягать. Принцип такой, да, остеопатический. Мой любимый. Применяется вообще в медицине. Угу. Так, то значит, и начинаем делать фу, 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 фу. И сделайте вот такое фу. А вы здесь натянули, у вас здесь ничего не должно морщиться. И удерживаем секунд 10. Угу, и прям напряжение вот сюда, сюда, сюда посылайте. Угу, и теперь... Все, и расслабили. Так, теперь мы с вами сделаем два приема на большую и малую скуловую. Берем вот так, точно так же пальчики, так, и оттягиваем как бы вперед и слегка вниз их. И точно так же сначала мы с вами поработаем на релаксацию этих мышц, потому что они тоже иногда входят в гипертонус. Взяли, натянули и начинаем улыбаться уголками сюда, то есть вот такую улыбку делать. А у вас пальцы натянули и не дает. И также удерживаем 10 секунд. Угу. Давайте чуть подольше подержим, что-то я вообще не чувствую. Вернее, как, для меня это очень маленькая нагрузка. Я бы хотела подольше, прям хочется. Можно повибрировать также. Только смотрите, мы тянем не кожу вот здесь пальчиками, а мы работаем изнутри по слизистой и по слизистой упор. Здесь мы просто слегка-слегка придерживаем. Угу. И растягиваем вот эту мышцу. И сейчас мы с вами с такой вибрацией убрали гипертонус. Но так как у нас вот эта мышца леватор, она должна работать, она поднимает лицо, и зачастую она у людей на самом деле абсолютно атонична. Да, она, допустим, вот здесь и здесь бывает перенапряжена, вот в этих маленьких зонах, а вот здесь само волокно, как правило, атонично, потому что перенапряжены у нас депрессоры. И мы с вами сейчас на тонизацию сделаем также по принципу постизометрической релаксации. Вперед натянули и начинаем улыбаться сюда. А ручки у нас натянутые, но
как бы сопротивляются, как гирьки, но уже следуют за движением ткани. То есть мы подкачиваем большие скуловые с вами с гирьками. Вот таким образом. И вытягиваете, да, на вытяжение. Все, мы с вами поработаем. Теперь мы с вами поработаем щечной мышцей, точно то же самое. Иногда ее рекомендуют только расслаблять, но у меня по опыту все-таки щечная мышца вот эта. Тоже очень-очень атоничные у девочек. И поэтому щечки не держат каркас и быстро свисают. Поэтому я вам предлагаю все-таки сначала растянуть точно так же. Да? Растянули, удерживаем какое-то время, расслабили. А потом растянули, удерживаем и пошли улыбаться. Только не наверх, а щеки, да? Вот так. И сделаем, ну, хотя бы немножечко, ну, хотя бы 10 раз на тонизацию. Угу. Удержали. Вот так, да? Нет, подождите. Ну, вот так хочется. Вообще большими пальцами, конечно, лучше. Либо крест-накрест. Вот так. О, крест-накрест, как удобно. Угу. И начинаем. 10 и больше секунд удерживать напряжение. То есть улыбаемся сюда, в щечную мышцу, и удерживаем напряжение. Ну, либо так. Угу, помним, что упор мы держим за слизистую. Да? То есть теперь у нас указательные пальцы работают. Так, и теперь давайте их слегка потонизируем, потому что вот здесь вот морщинки, вторая улыбка бывает. Бывает это иногда из-за того, что мышца в гипертонусе, а иногда это бывает из-за того, что она в гипотонусе. Вот знаете, здесь очень сложно понять, бывает. И поэтому мы с вами все проработав в комплексе. И когда мышца вообще расслаблена, и мы уже растянуты, в принципе, нагрузку ей дать, это просто прекрасно. Вот, поэтому давайте на щечную тоже здесь немножечко подкачаем, чтобы щеки не свисали, как у бульдожки. Потому что атоничное, вообще на самом деле, хуже, чем атоничное лицо, по-моему. Лучше перекачаться, чем не докачаться, потому что вот эти безжизненные щечки, отекшее лицо смотрится не очень. Да, теперь давайте натянули и начинаем улыбаться. Да, сюда, сюда улыбаемся. И прям старайтесь чувствовать эту щечную мышцу. Старайтесь, чтобы у вас здесь не было заломов. Вообще делайте, конечно, это обязательно, смотря на себя, чтобы нигде не провоцировать какие-то заломы. Ну, если даже они появились, то... Не то, чтобы появились, если вы делали с заломами, просто расслабьте это место. Но старайтесь, конечно, делать без заломов. Все, щечки мы с вами расслабили, тонизировали, это тонизировали. Теперь, конечно же, депрессоры. Депрессоры, по-моему, мы с вами уже делали. Это, их расслаблять, конечно, надо всегда. Вот эти мышцы. Мы их не тонизируем. Они и так в таком гипертонусе, что мама не горуй, и нам их надо только расслаблять. Ну, теперь мы отсюда пальцы оставили, вытянули, аэрировали. Угу. И всю мировую скорбь, помните, у нас было занятие, всю мировую скорбь посылаете сюда и уголки губ наоборот опускать пытаетесь, а пальчики держат и не дают. И здесь прям посидите подольше, столько, сколько можете удерживать напряжение. И прям, знаете, прям погрузитесь в это ощущение. Всегда работайте немножечко с ощущениями, потому что лицо – это все-таки эмоция. Угу. И еще растянули. Угу. Все, и вот такие мы красавицы. Теперь круговая мышца рта.
саму круговую, вот так крючочками захватили и тоже растянули. И начинаете ее напрягать. Патакара такая, знаете, тренажер патакара. Вот он, в принципе, где-то по этому принципу, только мы с вами проработаем гораздо лучше. Захватили чуть вперед и подрастянули. Только не тяните прям как-то совсем сильно. Круговая мышца рта, она вообще как сфинктер, заворачивается внутрь и затягивается. Мы ее вытаскиваем, опять возвращаем губы себе на место. Свои родные молодые губы. И сделаем такой хоботок и сжимаем круговую мышцу. Никаких морщин вот здесь у вас быть не должно. Значит, если морщинки появляются, значит, вы плохо удерживаете. И давайте еще с вами усиленно поработаем на овал лица и на губки. Так, давайте. Тоже пост изометрическая релаксация у нас продолжается с фасциальной растяжкой. Губу заводите за зубы. Ручки поставили сюда, они будут придерживать ткани, и шейку выдвигаете вперед. И начинаете челюсть выдвигать вперед, а ручки удерживают ткани. Это фасциальный релиз, и здесь все расслабляется, растягивается. Смотрите. Угу. Десять секунд удержали. Теперь то же самое. Смотрите. На бок шейку и растягиваем здесь фасции, зажимы. Угу. И изнутри вот таким прокручивающим движением, то есть не саму кожу напрямую, да, мы растягиваем, а вот так. Угу. И с другой стороны. Так, это мы с вами сделали. И губки теперь. Еще с губками поработаем. Здесь придержите и выдвигаем губки уточкой вперед. Здесь очень важна уточка, потому что не делаем куриную попку, делаем куриную, утиную. Угу. И причем упор внутренне, думайте только о верхней губе. И держим так столько, сколько можете удерживать напряжение. А здесь ткани, ручки придерживают, и у вас натягивается вперед, а ткани придержаны, и из-за того, что здесь ткани уходят вперед, а здесь мы придерживаем, они растягиваются. Расслабляем зону. То есть мы не как-то специально там ткани тянем, а просто вот, да? Да, и никаких движений руками мы не делаем. Теперь повторяем это же движение, только ручки отставляем чуть-чуть дальше. И теперь повторяем и еще чуть-чуть дальше, прямо сюда, на жевательный уже. И давайте еще добьем нашу круговую мышцу рта, чтобы она у нас двигалась очень хорошо. Мышцы поднимали верхнюю губку в динамике. 20 раз будем делать утиную. То есть сейчас у нас не постизометрическая релаксация, а просто упражнение динамичное. Угу, понятно, губки вперед.
А здесь просто придерживаем, разровняли. Все, сделали вот здесь крючочки. Рот открываем под височно. Нижний челюстной сустав погрузились, вошли полностью в свое медитативное состояние и придавили к мышце. Мы чувствуем, как пальчики проникают в мышцы, растягивая наши любимые жевательные. И еще один разочек. Личко себе погладили, провели. Так, ручки мягко-мягко, едва касаясь лица, скользят. Лобик погладили, расслабили. Все думы, которые тяготят, взяли и отвели. Взяли и отвели. Смотрим на себя в зеркало, как вы сразу похорошели. На голову, конечно же, корону приветствуем наших подданных величественным кивком. Все красавицы, молодцы. Если вам показалось, что это сложно, попробуйте повторить это задание. Если у вас есть время, еще занятие еще один раз. То есть сейчас у вас получилась как инструкция. Вы можете уже уединиться и попробовать проделать все эти манипуляции еще один разочек сегодня. Все, пока-пока.